Здравствуйте, друзья! Меня зовут Руслан, вы смотрите канал «Реальная иммиграция». По многочисленным просьбам записываю небольшую заметку о правах штата Нью-Йорк. Для того, чтобы получить данный вид документа, вам нужно находиться не более 6 месяцев на территории штата, вообще страны, и вам будет необходимо предоставить следующие документы. Я напоминаю, что нужно в общей сумме набрать 6 очков. Каждый документ носит определенное количество очков. Паспорт с визой. Действующий паспорт с визой и сроком пребывания на территории страны менее 6 месяцев дает вам 3 очка. Дебетовая карта – 1 очко. Кредитная карта – 1 очко. Я напоминаю, что можно использовать только один вид карты. Нельзя использовать две дебетовые, либо две кредитные карты. Билл. Это может быть билл как за электричество, так и за газ и за свет. За электричество, за газ, либо за интернет. Он дает вам еще 1 очко. В итоге у вас получается 6 очков, необходимых для получения водительского удостоверения штата Нью-Йорк. Я напоминаю, что вам также обязательно, если у вас нет Social Security номера, вам обязательно нужно будет обратиться в администрацию социального страхования, Social Security Administration, и попросить письмо, говорящее о том, что вы не имеете права на выпуск социального номера лично для вас. Это письмо не дает вам никаких очков. Запомните это. Очень многие говорят, что это письмо дает вам 1 очко. Нет, оно вам не дает никаких очков. Это просто свидетельство того, что у вас нет Social Security номера. После того, как вы сдадите весь пакет документов, вам необходимо будет пройти тест и вождение. После прохождения данных этапов вы получите права. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Я надеюсь, вам понравилось это видео. До свидания, всего доброго, увидимся в Нью-Йорке.